Так. Опа. Ну что, она еще не работает опять. Ничего непонятно. О, работает. Так, всем привет. Маська уже убежала. Что? Я не с тобой разговариваю, я уже с подписчиками разговариваю. Наливай. Во-во-во. Так оно и происходит. Сначала у нее голова болела, погода плохая, на работе устала. А сейчас потихонечку вечер превращается. О, начинается. Ты уже в эфире? Так, Мася. А, мы же культурная пара. А, культурная. Ни хрена подобного, я бескультурная. Подожди, а почему у меня такая прическа страшная? О, какой у тебя выхлоп страшный. Нормально, у меня выхлоп. Так, что там? Так. Давай, передавай мне тут. Мася. А. Что тебе передавать? А как называли трансляцию? Привет всем. Всем привет. Привет из Карелии. С беговой дорожки спрашивают. А, девочка с беговой дорожки. Она сегодня за нас отрабатывала. За меня конкретно, да. Спасибо. Так, привет с Минска. Пупсики в эфире. Всем привет. Так, много выпила? Нет, немного придуривается. О. Тут однаково. Что? Ну, практически. Практически однаково. Да, любим Карелию, не знаю, любим мы Карелию. Она природа очень фантастически красива, но, извините, пальмы, кактусы мне ближе. А, какой вискарь пьем? Эта вискокурня закрыта. Я с одной из вискокурен купил несколько хороших бутылок. 12, 16, 18, 21-летний. Мася мою коллекцию убивает потихонечку. Чего? Вот. Это называется Дункан Тейлор. Вот, не знаю, найдете где или нет. Никого я не убиваю. Саня, видел твои зубы в 2008 году, бомба. 2007, ну, в общем, да. Я с ними проходил 3 года, они, по-моему, ломались 4 раза. Жевать я мог только так. Право-лево движение покажу. Делать не мог. А ты хочешь показать, как... Что тебе показать? Что ты делаешь у меня киюрочку. На голове? Киюрочку. Киюрочку? Я только что помыл голову, поэтому у меня там никакой киюрочки нет. Так. Саш, новая прическа? Не, я просто после душа. А Мася как раз не успела добежать до душа. Походу, не добегу. Так, не жалко ли с колой пить виски? А вчера напила без колы. Очень жалко. Вы знаете, он очень дорогой, там, многолетний, эксклюзивный. Ну, вы знаете, все-таки... Привычка! Мне бы еще барную стойку и музычку. Какая барная стойка? Не надо барную стойку разрушать, уже бар разрушен. Бар разрушен? Почему? А потому что я так коллекцию не доколлекционирую. Кто-то ее убирает быстрее, чем я ее коллекционирую. Знаете, так выгребаются экземпляры, которые были сначала до одной суммы, потом до другой, теперь до третьей. Конечно, с колой. Ну, когда следующий раз в отпуск? 16 декабря, нам остался месяц. 16 декабря ждите крутых, диких видео. Да, будет прикольно. На самом деле мы будем оттуда выходить, делать обязательно готовку. Не знаю как, но однозначно у нас будут кулинарные заметки. А давай чуть на пляже замутим, на костре. Так, огоньки. Ну, не знаю, мне нужна хорошая кухня. А, начинается. Александр Константинович. Я тебе что, должен крокодиловую палку в жопу сунуть и на вертеле его там тебе сушить? Зачем в жопу сразу? Ну, а куда еще, в рот, что ли? Не буду крокодиловую палку еще питать. Ну, огонек там, когда палочка, это кострюк там какой-то, сразу в жопу. Не знаю. Извините, пожалуйста. Excuse me, нас, пожалуйста. О, господи. Что? Зефирчик там надо пожечь там. Какой зефирчик? Ты видела фильм? Да, вот там зефирчики. Вот там зефирчик, а потом они очнулись в Вегасе. Да, это ж про меня. Да, я так однажды встретила Новый год. Так. Дорогой коньяк с дешевой колой, это по-русски. Дорогую колу-то не продают? Хотя не, вру. Ты в курсе, что там у нашего этого, куда мы заходим за икрой, у него еще дорогая кола продается, какой-то ручной сборки. Делают сами из каких травок, муравок. А что это? Я только сейчас узнала. Ну, я куплю, кстати, завтра тебе попробую. Да, давай попробуем. Хорошо. Ручной сборки колу попробуем. Так. Вы мужики или девки?
Да и девки мы! Успокойтесь уже. Так, куда летим? Летим в Таиланд. Очнулись они в Бангкоке. Подождите, в первой части они очнулись в Вегасе. А, ну да. Когда жарили зефир, они очнулись в Бангкоке. Да, была такая хрень. Так, прислуга города. Масики, улыбнитесь. Ребятки, вы умнички, спасибо. Так, у тебя такое чувство, что харя треснет. Почему это? От удовольствия, от счастья. А вот тот человек, вот по ту сторону экрана, просто завидует. У него, видимо, худое лицо, Так. несчастное. Откуда столько бабла? Работать надо, а не дома сидеть. Так, куда в Таиланд летим? Куда мы в Таиланд летим? Пхукет? Так. О, классно. Все меня поддерживают. Саня, будут ли тайские каникулы? Нет, я думаю, тайских каникул в этом году точно не будет. Потому что если бы они были, их уже точно бы анонсировали. В прошлый раз их анонсировали за три месяца. Вот. Как вас звать? Это Мася, я Саша. Собственно, вот так нас и звать. Так. А, не Плохого успеваю. человека надо. Не успеваю. Плохие человеки. Не Мася, Мася, кем вы умирайте, работаете? Мася. Мася, это не зеркало, чтобы в носу ковырять. Он там у меня козявки просто. Ну ладно. Так. Простите, пожалуйста, кто-то меня ругал за то, что я там козявки там всякие ковыряю. Так вот. Саша, не боишься лететь на Пхукет? А почему мы должны бояться? Там прикольненько. Так, спасибо за рецептики. Рецептики, да, уже есть. Еще не знаем, что будем готовить завтра. Мы, кстати, даже завтра не знаем, во сколько мы приедем. Мы боялись, что сегодня ничего не Завтра пятница, а получится. потом же мы в Москву едем. Да, значит, надо завтра приготовить два блюда, чтобы как-то порадовать их в субботу. Или мы в ресторане что-нибудь снимем. Давай в ресторане. Точно, придем в ресторан и там приготовим все. Да, скажем, вот такие мы крутые приготовили. Так. Саш, сменил прическу? Нет, помыл голову только-только. Он сюда с такой черепчиком спит. Так, Саша, что с тобой случилось? Уважение, спасибо. Сколько пластики? Пластики много не бывает. Давай еще пасту. Вы не поверите, но мы смяли ее в 3 минуты. Всю пасту. Была классная вообще. Вы муж и жена? Да. Зачем он красится? Потому что это татуировка. Саша, у Ирины на спине родинка, она будет удалять ее. Не, у Маськи это не родинка. Это как Это не раз... родинка. Мы как раз поудаляли ей легкие пигментные пятнышки, которые у нее после прошлого активного загара было. Вот. И, соответственно, все. Там больше ничего нету. А вот эта большая, у нее там маленький жировичок был. Его поубирали, осталась вот пока такая штучка. Собственно, вот так вот. Так. Саня, как будет видос с Кокляевым? Не знаю. Мы едем на Санпро, выходные будем в Москве и много с кем поувидимся, повстречаемся. Да со всеми повстречаемся, пофотографируемся, поболтаем. Так, кем работает Мася? Директором. Не доделал тату? Нет, тату не доделал. Так. Мася ест аппетитно, прям няшки. Да, есть такое. Мася, ответь, после операции ты довольна или нет, тебя спрашивают. Довольно очень сильно. Мася, ты любишь его или нет? Я не то, что его люблю. Я его убить готова. Я его обожаю. А еще спросили, Мася, делала ли ты липосакцию? Да, во всех местах сразу. Так. Мася, почему у тебя такие большие губы? Это все гель. Так. Гель. Девчонки, это все Ди гель. директором чего ты работаешь? Сашкин директор, я. Так, Саша, ты еще тренируешься? Саша тренируется, но Саша тренируется в удовольствие. Нос Так. чешется, наверное, еще бухать буду. Что Кто за со мной? макароны вы варили в видосе? А это такие гнезда, но это итальянские твердые сорта пшеницы. Они на самом деле до конца мягкими даже и не становятся. Вот, собственно, так вот. Давайте какие-нибудь толковые вопросы. Так, привет с ДНР, вам тоже привет. Так, у тебя грудь силиконовая, вы у кого спрашиваете? Похож на Дэдпула. Мы не посмотрели А фильм, кто потому что это? первые 2 минуты фильма меня убил жаргон, и мы не стали смотреть. Так. Сашкиного кошелька что-то непонятно. Так. Буся. Сколько стоит со мной позаниматься? А это пишите в директ. Сколько ты потратил на всю пластику? Нисколько, у меня друзья. Везде в пластической хирургии. Так. Сейчас кто-то к нам куда-то приедет. Кто-то много очень говорит. Потому что лохов, походу, больше, чем букв в алфавите. Так, что тут еще? Целовашки, Маська, пьяненько, когда будут фотки попы, Мася, до и после операции. У нас фотки А были?
Слушай, А, мы не нет, у выставились, меня да, финально? есть до, но я считаю, что нужно будет выставлять, когда уже мы будем в Таиланде. Шортики, там я подзагорю попку, уже время, во-первых, пройдет нормально. И мы сделаем фотку. Ну, у меня же есть с разметкой фотки, поэтому мы поставим. Да, давай. Так, опа. Ой, сейчас я. А, так, что-то. Где вы делаете маникюр? У нас хороший мастер, мы ездим рано с утра. Порой бывает, что Маська ездит к 6 утра, а я еду к 9 утра. Собственно, вот так вот. Так. А, были ли мы в Италии? Нет, в Италии мы не были. Видели нас в передаче. Супер, все было. Спасибо Браво. огромное. Так, я страшный такой, бывает. А, что тут еще? В Извините, глазах татуаж, пожалуйста, люди, татуаж. которые нецензурно выражаются в данном тексте, пожалуйста, выражайтесь все-таки литературным языком, если вы хотите как-то, не знаю, там прокомментировать сие. Из зала на самом деле не могу делать в последнее время трансляцию, потому что что-то случилось со связью. Не знаю, как у вас, но у нас она просто пропала. Она не работает так, что даже смс-ку не отправить. И уж точно нельзя сделать ничего. На Вот. Чулонге мы будем. Да, Я вот там, наверное. я там прочитала и увидела, да, на Чулонге мы будем. Так, что тут еще? Здравствуйте, я помню, вас по НТВ показывали. Ого, клево. Так, сколько тут народу-то пишут. Я говорю, не успел считать, мальчик. Почему мы не хотим детей? Мы сами дети. Чем вы занимаетесь? На что зарабатываете? На что? Консультируем я, людей. Вообще, на самом деле, я уже 15 лет работаю тренером, у меня все хорошо. Мася, кто просил у меня выйти в перископ, чтобы меня чмокать? А, я тебя хочу. А, вот. Ты хочешь нам увеличить перископ и окончательно его забанить, да? Как в прошлый раз, да? А где мы были? А мы в Доминикане были, да? После Да. которого нам чуть не забанили все. Покажите больше упражнений на пресс. Можно бы показывать. А чем мы должны были тебе с тренировки завтра показать, Мася? Мы с чем-то должны были тебе показать. А, просили упражнения на руки, какой-то суперсет, потому что у многих девчонок Нет. пухлые ручки, чтобы ручки стали лучше, нет? Да много мы чего хотели. Я хотела, чтобы ты приехала ко мне на работу, и мы показали, что можно сделать на работе. Говорят о том, что типа работа, все дела. 15 минут, 15-20 минут, Ты хочешь, чтобы даже с в жилетами туалете. заехал? Нет, почему? Даже в туалете. Я покажу то, что я делаю. А, ну давай, можно показать, да. Так, ребята, отключайтесь. Ну, да, мы сейчас отключимся, еще чуть-чуть. Так, Ира все время под кайфом. Нам готовы Под скинуть денег на кайфом. лечение, где Мася работает в компании. Здесь телефон нормально, как лиц не видно? По-моему, все видно. Смотри, какие мы с тобой душки. Да, мне говорят, что у меня камера хреново работает. Камера работает шикарно, а вот Инстаграм почему-то все нам Может, перевирает. Саша, потерять? почему красишься? Я же говорю, с татуировкой. Так. Саш, с губами удобно, с клыками? Совсем неудобно. И с Очень губами, и с удобно. клыками. Так, верим ли мы в Бога? Смотрите в Инстаграм, там все написано. У Маски не родинка на спине, у Маски убирали просто пигментные пятнышки, чтобы кожица была совсем вся чистенькая и такая единая. Вот, настроить фокус. У нас нормальный фокус. Как реагируют люди на мою внешность? Да не Прекрасно. знаю, как они реагируют. Мы практически в тех местах, где нам всегда комфортно и сухо. Так, вы четкие, обожаю людей, которые не обращают внимания на долбошлюпов. Спасибо. Так. У меня родинка, стоит ли удалять? Я про себя. А, вы про себя? На самом деле, точно не стоит этого делать у косметологов, потому что для этого должен быть онколог-дерматолог. Приходите в Салам. нормальный центр, где есть нормальный квалифицированный врач, хорошей категории, соответственно, чтобы он дал оценку. Чему это? Родинка – это в простонародье. А их более 500 названий. Собственно, вот так вот. Так, ребята, очень классные. Обожаю ваши кулинарные видеозаметки. Мась, я сейчас, блядь, отключу все. Ты ведешь себя серьезно или куда? А, серьезно, она культурно, да? Как вот эта интеллигенция, да? Так, да. Ладно, все Как ко ведет. мне относятся девушки? Шикарно, я с ними работаю с утра до вечера. Привет, Сульяновска. Так, я видел у тебя, пусть говорят, там люди похуже были. Так, где остановимся в Москве? В гостинице «Космос». Ой, ты запомнил? Да. О, клево. Так, ребята, рады вас видеть, вы классные, спасибо. Куки мешают при поцелуях? Нет, куки при поцелуях помогают, они прикольненькие. Так, нажать на экран, качество видео станет лучше? Да ладно, не будет оно лучше, мы уже пробовали. Подожди, давай Чё? я попробую потереть камеру. Потри камеру, давай. Оп, Давай, оп, 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 оп. оп, Потер? потерпите. Ну что, Ты-дым. стало? Так. Сколько жим?
Не знаю сколько. Килограмм 140. Девушки тебя любят. Спасибо. Привет с Липецка. Привет с Караганды. Ульяновска. Короче, очень-очень много-много-много-много. Так. Теперь стало лучше видно. Да, по-моему, нормально было видно. Не? Камера. Да это телефон у меня туда-сюда. Вот он, уродство. Так, грудь. Меня там ничего не задают, никакие вопросы. Силикон или у тебя грудь? Натуральная. Когда переедем в Москву жить? Так, ты себя считаешь за мужика? Привет с Юнтового. Мася, ты слишком долго отвечаешь на вопросы. Юнтово, мужик, ВДВ. Так, да, нормально видео. Телефоны у нас плохие. У Маськи 6-й iPhone, а у меня 6-й Samsung. Вообще, да, фигня. Подарите крутые. Привет из Сочи, с Рязани. Так, короче, Мася, столько комментариев, что я не успеваю читать. Что-то они такие. Мася не ревнует его к женщинам, потому что я в 200% уверена. Они хотят, чтобы, знаешь, телефон вот так вот поставили. Ну-ка, попробуем. Ну-ка, давай. Будет. Опа. Чё скажете? Так лучше? А я не знаю, что-то. Так, ну, давай посмотрим. Так, привет из Радужного. О, такой большой теперь. Да, смотри. Как относишься к буддизму? Не знаю. У нас много ребят буддистов, соответственно, вот так вот. Мася, если ты будешь придуриваться, я выключаю телефон или ложусь спать уже. Я спать хочу. Почему? Почему я спать хочу? Я не хочу, чтобы ты хотела спать. Что тут непонятного? Так. 3 грамма витамина С, 0,5 литра боржоми и спать. Это тогда ты себе там морсика налей и все такое, а мы зажигаем. Ты замечаешь, что у меня экран дергается? Так, грудь огромная прямо. Смотри, а правда, смотри, какая огромная прям на телевизоре. В таком ракурсе, да. Ага, такая. Так, привет из Москвы. Привет. А звук отстает, такое бывает. Показать татушки? Не, не покажу, я уже лежу. Я буду все хорошо вести, ладно. Чего там? Ничего. Я что, пропустила? Еще? Так, ты когда начал это делать, сколько тебе было лет? Что делать? Изменяться? Татуировка пошла с 19 февраля 2006 года, а я начал меняться, наверное, несколько раньше. Так. Не грудь, а сплошной силикон. Так бывает. Привет с Крыма. Это муж? Это муж. Вот здесь видишь камера, поэтому сюда пальчики сосать не надо. Вот сюда тыркать надо, подожди. Никто, кроме нас. Так, привет из Симферополя. Так, тут постоянно пытаются все прописать про твою грудь, Мася. Это, видимо, у кого-то это недостаток. Так, трансформер. Спокойной ночи, люди уже ложатся спать. Кто-то нам привет из Москвы. В Москве будет фан-встреча? В Москве? Не знаю. Слушайте, мы на Сан-Про будем. Кто мы будем на Сан-Про практически половину первого дня и весь второй день. Поэтому все, кто хочет, приходите туда. Там увидимся, поболтаем, пощелкаемся. Собственно, вот так вот. Так, привет с Красноярска. Привет. Полезно ли укол гиалуронки в зависимости от цели? Да, Англии, привет. Так, Саша впервые забанил чувака сегодня. Да, я умудрился нажать, а то постоянно получается какая-то фигня. Так, ты таким родился или таким стал? Я не помню. Сиськи в студию. Сиськи так тут здесь, наверное. Да, сиськи так тут. Привет из Италии. Снять трусы не получится, потому что мы без них. Где происходит Сан-Про? Я не знаю. Забить. Москва, ВДНХ, там как, не помню какой. А, да? Ага. Отлично. Так. Кем мы работаем? Мася работает директором, а я тоже кем-то работаю. Так, ребята, вы мне нравитесь, вы классные, спасибо. С Пскова тоже привет, Саша, тебе темные ногти больше идут. Да, но мне пока нравится такой, розовенький. Он такой жизнерадостный, прикольный. А я люблю темные. А вот Маська любит темные, да. Так, твоя девушка красавица. Есть где-то темная сторона в моей душе. Девочку жалко, муж урод. Вы очень клевые, нравитесь мне. Шурик, привет, спасибо. А чем это они меня там жалеют, а? Не знаю. Мася, кончай ножки в камеру пихать. Так. Самый дорогой подарок, который тебе дарили девушки. Какой? Какой? Вообще, ты получил меня. Ну, вот вам ответ. Так.
Каков объем талии у Маси сейчас? Хороший, Не кстати, знаю, вопрос. нажрала пирожки там все дела. Я думаю, 65, наверное. Надо посмотреть. Это столько ее Так. нажрала? Ого. Видео у нас по телеку. Видео от голоса отстает, так бывает. А почему Мася редко красится? На самом деле у Маськи две тренировки в день, поэтому мы и позволяем себе так много есть, как, собственно, и я. И поэтому, поверьте, если вы начинаете краситься, либо начинаются Это все прыщи, либо это все течет вот и так вообще вот. просто фигня полная. Так, сколько пластики делал? Пластики делал много, и о моей пластике... К чему ухо чешется? Смотрите на Ютубе. У меня на Ютуб на канале все, в общем, по этому поводу уже есть. В комментах много сегодня неадекватов, потому что сегодня, видимо, мы опять попали в какой-то... Куда-то? да, куда-то. Так, я похож на Шалтай-Болтай из «Алисы в стране чудес». Мастер, ты сейчас в свою виски попадешь, с ножек нападает, не пойми чего. Поэтому ножку положи на место, где надо лежать. Ну ладно. Отлично. Жена готовить умеет? Смотрите кулинарные заметки в Инстаграм, все увидите. Так, связь плохая? Да ладно, связь шикарная. Так, зачем тебе пластика? Пластика мне нравится. У каждого свои цели. Почему ты себя так изменил? Об этом тоже все есть у меня на YouTube-канале. У нас есть там 5 частей интервью, где мы с Масей рассказываем, кто был у нас до нас в нашей жизни, что нас изменило, зачем мы вообще что-либо делали. Ты же моя пусечка. Так. А, классные няшки, счастья вам. Зачем я это увидел? Клевый. Так, чувак с Малахова. Теперь у Малахова, понимаешь, теперь Малахова будут определять по мне. Так, я с Петроградки был. Не, Андрюха на самом деле очень классный чувак. Я очень изменила мнение о нем. Он хороший человек и профессионал с большой буквы. А ты что думаешь? Так же думаю, я и заранее знал, все равно у А нас я не целая знала, я куча думала о общих нем плохо, друзей. как и все. Почему? Не, я реально думала, что Андрей такой, ну, нехороший человек. Почему? Ну, я так же стереотипно мыслила, как и все. То есть ты А... живешь со мной мысли стереотипно, это что за бред? Ну, не знаю, ну, потому что, ну, а что я могла подумать о передаче, не помню, как, ну, которая на Первом канале, которую мы снимались и которую все смотрят. Ну, забыла Ты не я. забывай, спрос раздает предложение, снимает то, что хотел смотреть. Неважно, но то, что Вопрос я... не в этом, вопрос в Нет, том, как это показывают. то, что я увидела, то, что, во-первых, в день снимается не одна А? программа и такое количество людей, и Андрей с таким профессионализмом держал всю аудиторию. Мало то, что профессионализмом, а то, что человеческим уважением. Я, на самом деле, по Канал ним... на Ютубе называется Саша Шпак. Забивайте, сразу увидите его. Он все еще в топе, хотя мы туда не скидываем видео достаточно давно. На голове у меня что-то, волосы сохнут. Пупочка. Так, сколько лет? Лет нам немножко. Так, что-то еще у нас. В Москву, да, мы едем. Зачем я все так изменил? Затем твою фотку на аватар поставил. Ничего страшного. Нет. Так. Привет, Соликамск. Кстати, вы первый, кто передает этот привет, потому что я первый раз читаю этот город. Так. Дети же не будут на тебя похожи. Не будут, это факт. В программе, когда приезжал миллионер из Испании, кажется, я был. Был. Так, Шпак, реальная фамилия? Да, реально. Какие планы в Москве? Встреча с друзьями, переговоры, заодно Как отдохнуть. пойдет? Да, заодно посмотреть, подумать. Короче, встреча. Встреча, нужная встреча. Так, тебе надо в ужастиках сниматься. Приглашайте. Привет из Кёнига. О, клево. Так, Кёниг это где? Швеция? А я думаю, Германия. Нет? Ну, еще у нас Калининград, Кёнигсберг, по-моему, да? Нет? Да. Так. Привет из Шури, Германия, я Германия, угадал. да? А, Германия? Прикольно. Так, Я привет из умная. Дагестана, привет О, Дагестану. привет. Так, девка страшный ужас, а ты идеальный. Благодарю. А камеру ты Благодарю. зачем закрыла? Ну, потому что я еще не умею в таком Так. формате пользоваться. Сколько стоит занятие, тренировка? Пишите в директ в Инстаграме, и там все расскажем. Будем ли на Арбате в Москве? Не знаю. Нижний Новгород, привет. Привет из Греции. Греция, Где Айя-Напа. работаю? Частично работаю в зале. Так. Привет из Липецка. Научи краситься, я сам не крашусь, у меня прекрасные визажисты, и зачем же я буду сам этим заниматься? Так, что тут еще у нас? Целая куча. Приветики, привет с Нижнего.
Как здорово, уважаемые люди. Привет, Сиривана. О, Сиривана, привет. О, клево, Сириван, друзья я Армяне. Не помню еще. Нет, были. Мали, С да? Арменией очень часто было, с Еревана тоже не раз уже было. Привет с Ростова. Как вы относитесь к Дагестану, так же, как Прекрасно. всем остальным странам. У нас целая куча знакомых. Так, батюшка тебя видел. Батюшка наш свинчал. Как же он мог нас не видеть? Привет с Перми. Так, с Еревана еще разочек. Так. О, здорово из Балакова. Спасибо. Я даже не знаю, где это. Сколько времени длится наш сон? Ты у меня умеешь считать, я не умею. Не знаю, по-разному, от 7 до 8,5 часов. Привет с Казахстана, с Днепра. Так, про детей все на YouTube специально сняли для вас видео о том, что там можно делать. Есть у нас в Дагестане знакомые, есть, соответственно, кто жил там и, соответственно, кто живет там. Так. Ой, а можно задать вопрос тем, кто из Дагестана? Ну, я-то еще не знаю. У вас что-то явно есть вкусненькое. Что у вас там есть такое оригинальное и вкусное? Вот такое. Но лучше, чем они, мы не приготовим. У них другие продукты, и у них там вообще не, все ну у них, конечно, как. Там природа, все дела. Ну, просто интересно. Есть же такое что-то прям такое. Так, привет из Сибири, Сочи, Казани и Швеции. Так. Овечки у нас есть, пишет. Понятно. Из Тольятти, привет. Овечки? Продавал ли ты стероиды, какие планы на Новый год? На Новый год у нас шикарные планы. Открыть бутылочку вина, обставиться фруктами по самой небоусе, и я, наверное, в каком-нибудь ресторанчике я буду под пальмой буду... танцевать вообще до упаду. А я на костре буду готовить морепродукты, точно. Привет с Кронштадта. О, Кронштадт, привет. Да. Шаурма. Ну да, слушай, шаурма у них прикольная, но шаурма прикольная и в Грузии. Там знаешь, какая шаурма? Не знаю. У меня мои, которые катались... Они не смогли съесть эту шаурму. Там шаурма 1,5 килограмма. Слабаки. Да ладно. Это меня там не О, было. О, привет с Камчатки. Так. Лучше повернуть камеру обратно, а то вот так далеко. Да ладно, почему далеко? Зато мы вон как помещаемся все. Да. Женатый? Женатный. Давно уже. Так, ждать круто. Да, видео будет. Видео будет много у нас с Таиланда. Теперь самое главное, что не нужно GoPro, не нужно эти все файлы пересылать на монтаж туда-сюда. Все на телефон снимается и выставляется в Инстаграм. Хинкали. Ну, хинкали, да. Не знаю, Хотя давайте, в России самое подобие чего-то. Дагестан, я как настоящий мужик мясо люблю. Давайте что-нибудь такое вкусненькое. Мне да, какой-нибудь рецептик. Классика шашлыка тебе не нравится? Ты знаешь, как они мясо готовят? У них все другое. Да? У них даже... Травка на вкус совершенно другая. Травка? Лучок, петрушечка, укропчик. А-а-а, что? Так. Больно зубы делать? Нет, зубы не больно делать. Почему Масе много тренировок в день? Потому что она хавает постоянно с утра до вечера. Поэтому Маске тренировка одна утром до работы, минут на 35-40. И вечером. Ну там уже в зависимости, сколько у меня подопечных, потому что может и как в прошлый раз. Хотя так и получилось у тебя в прошлый раз. Аэробики было 1,5 часа, а не два. Ну, да. Так. Мясо тебе в Армении и в Грузию. Угу. Так, Ирочка, ты красотка. Спасибо. Так, китайский пчеловод. Да бывает мясо. Иногда. Так, что тут еще? Как вы познакомились? Ну, мы уже рассказывали как-то. Познакомились мы в Санкт-Петербурге. У нас есть такой ЛДМ. Там проходили раньше все время соревнования по бодибилдингу. Ну, соответственно, Мася, у нее зрение было плохое. Она с разбегу прямо попала мне в объятия случайно. Хотя была еще замужем за другим человеком, а я был женат тоже в других отношениях. Вот. Потом она долго обо мне рассказывала. Потом мы через несколько лет встретились в клинике пластической хирургии. Маська там работала, а я там проходил реабилитацию. Ну, собственно, и все. Потом вот уже много лет спустя я начал тренировать я Ирину подругу, которая за 3 недели очень быстро поменялась. И, соответственно, ей рассказала то, что так хочу. Вот, собственно, так мы и Дагестан, давайте, короче, у меня вкусный рецептик с мясом. Итальянскую кухню тебя спрашивают, любим ли. Да что там одни макароны, мясо хочу, давай. Тебе еще не понравились сегодняшние макарошки? Понравились, мясо хочу. Я тебе приготовлю. А, кстати, вот тебе и пришел рецепт, который можно приготовить. У как меня он? Же многие здесь ребята и девчонки спрашивают мясо по-французски. Так а мы же типа вон готовили тут на медне. Подожди. Вот это вот то, что курица с картошкой там не пойми туда-сюда. Чё а где... это не пойми туда-сюда? Не, нифига, я хочу приготовить мясо по-французски. Классика жанра. Как? Да. Это как? Слушай, ну во-первых, я хочу приготовить их не шампиньонами, я сейчас поставлю размораживаться белые грибы.
Соответственно, белые грибы бы я мелко бы промолол. Вот, я обжарил бы лучок, белые грибы, залил это все пармезанчиком. Вот, или даже пармезанчик смешал бы с майонезиком. Зеленушечку, и все а это я хочу, залил знаешь, бы на что? отбитую хорошую телятинку легкую. Получилось бы кайфово. Вот ты хочешь, не хочешь, я тебе приготовлю, ты будешь есть. Ну, это я буду есть, понятно. Я Ну, просто все. Помню, как у меня дедуля. Мы с дедулем резали барана, потом вкусно его готовили. Это было нереально Ты вкусно. какая-то недоброжелательная. Почему не изображайся? Это все нормально по-человечески. Ну, для деревни может быть нормально, а для людей, которые привыкли, что мясо это не то, что живое, а то, что продается, это совершенно ненормально. Не, знаешь, когда ты не представляешь, какая баранина вкусная, когда вот она только что бегала, потом она уже вот тут на костре жарится. Это так вкусно. Ну, наверное, да, но как-то это не по фэншую. Какой фэншуй? Это все нормально. Так. Это цепочка пищевая нормальная. Так что там нам пишут? Что на ночь глядя рассказывать такие рецепты нехорошо. На самом деле, я аж сам есть что-то захотел, на что-то пойти поесть. Так, шпаки, вас люблю. Спасибо, Саша, Ирочка, замечательная пара. Так, у этого франшизы еще есть зрители, да, так что не завидуйте. Вам не лень так долго готовить? Не, на самом деле, у меня вся готовка обычно занимает не больше 32 минут, как правило, меньше. Так что, собственно, вот так вот. Как прошла встреча в субботу, Мася спрашивает. Прошла нормально, прошла душевно. Но что-то много народу побоялось прийти, кто-то там в окна смотрел, вместо того, чтобы зайти и сесть вместе поболтать. Собственно, вот так вот. Так, как рядом с таким можно рядом сидеть? Можно, поверьте. Так, чем красите губы цвет? Ничем. У нас гигиеничка только когда на улицу выходим, а так это перманент. Так, у парня классно поставлена речь. Спасибо, ребята, классная, хорошая пара. Благодарим. Тебя тут узнали? Да, некоторые узнали, а некоторые нет. Так. Мася, сколько ты пьешь? Саша, вы достаточно образованный человек. Смотрел передачу с вашим участием. Прямой эфир. Спасибо большое. Так, уважаю шпака, благодарю. Куда Мася, летим отдыхать? В Таиланд на 22 дня. Едем отдыхать, будем там тренироваться. И тренироваться будем 3 раза в день. И показывать, на самом деле, каждый день, как у нас что получается. Саш, как английский выучить быстро? Просто взять и начать учить глаголы. Потом начать их связывать, и вы поймете, чего вам не хватает. И после этого можно уже будет перейти частично к грамматике. Лично я до грамматики не дошел, просто говорю на английском, как на русском. Собственно, вот так вот. Так. Все. На самом деле, мальчики, девочки, мы будем уже переходить ко сну. Он у Маси тут уже... Работа немножко. Все. Все. Нет. Давай. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Что там на культуру, да, там наши. Все, всем пока.